Новгородская и Томская области продолжат обмен успешными практиками. Заявление об этом сделали губернаторы Андрей Никитин и Сергей Жвачкин, подводя итоги визита томичей в наш регион. Последний штрих в знакомстве с новгородщиной – местная продукция в холле областной филармонии. Сыр, мед, колбаса – все на пробу гостям. Аппетитные ароматы дополнили картину итогов пребывания томской делегации в нашем регионе. 60 человек знакомились с новгородским сельским хозяйством, промышленными предприятиями, смотрели университет. К слову, теперь сотрудничество Новгородского и Томского институтов сельского хозяйства официально скрепляет соглашение. Это не просто какое-то, знаете, вот мы друг к другу в гости ездим, так, чтобы себя показать. А действительно, это дает свои результаты, причем обоюдные. То есть это не то, что какая-то одна область у какой-то другой учится. Нет, мы ездим и перенимаем опыт, потому что на самом-то деле вы это по жизни знаете. У каждого человека есть индивидуальность, есть свое. Есть это здесь в Великом Новгороде, и есть, конечно, у нас в Сибири, в Томске. Планируют регионы теперь активно проводить культурный обмен между творческими коллективами. Опыт томичей в профилактике социального сиротства будет весьма полезен новгородчине, так же, как и наработки в сфере создания особых экономических зон. В Томске они с 2005 года, а наш регион только готовится к их созданию. Томская область – одна из немногих, где этот проект прижился и принес пользу. В этом году, в феврале, на заседании Президиума Госсовета я обратился к президенту с тем, что действительно есть хорошие практики. И давайте мы все-таки вернем как бы обратно вот это решение, начнем снова создавать особые экономические зоны. Но делать уже с учетом и тех негативных историй, которые тоже тогда были. И сегодня у нас нет права на ошибку. Мы и предприниматели этого ждут, и, конечно, мы не хотим, в общем-то, создавать каких-то плохих прецедентов. Поэтому мы очень внимательно учимся у томских коллег. В Томске этот проект создал рабочие места и налоговые вливания. Также полезен новгородчине может быть и сибирский опыт по очистке воды с помощью локальных станций. В Томском регионе они делают воду качественной для жителей небольших населенных пунктов. Интересно попробовать подобные комплексы и в новгородских, считает Андрей Никитин.